Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех приветствую на нашем канале Криптозомби. Друзья, в данном видеоролике я покажу вам одну очень и очень интересную промо-акцию. Причем это промка, которую я долго очень ждал, потому что здесь не надо там крутить много-много объема, чтобы забрать какие-то копейки. Нет, здесь ввели именно элемент рандома, и за выполнение изи условий можно выиграть очень неплохие призы, чисто рандомно. Во-первых, я вам покажу, расскажу, что как нужно делать, а во-вторых, я выполню сам, чтобы вы понимали, как вообще это выполняется, хотя делается все на изи. В общем, ребят, обо всем максимально коротко и, самое главное, с пользой расскажу и покажу. Поехали! Друзья, перед началом видеоролика я бы хотел у вас спросить, вы хотите действительно начать зарабатывать и разбираться в криптоинвестициях? Если ваш ответ да, то максимально настойчиво рекомендую вам перейти в телеграм-канал по ссылке в описании. Там вы найдете всю самую важную, ценную и актуальную информацию. Для каждого есть выбор тематики, в которой можно начать зарабатывать. А самое главное, что вся информация абсолютно бесплатна. Перестаньте отдавать свои деньги инфо-цыганам, скамерам и мошенникам. Начинайте учиться, развиваться и зарабатывать прямо сейчас. Ссылка в описании под видео. Итак, друзья, конечно же, все будет у нас происходить на бирже BitGet. Переходим по ссылке в описании, если еще нет аккаунта, регистрируемся. Там для новичков огромное количество бонусов. Ну, в принципе, за регистрацию сами все увидите. Далее открываете главную страницу, и прямо на самой главной странице у нас будет первая промо-акция, таблица титанов фьючерсного объема. Но, друзья, не спешите там думать, что тут надо что-то там очень сильно крутить. Нет, я бы такое не показывал, потому что я понимаю, что это никому не интересно. Значит, нажимаем на эту, собственно говоря, акцию, переходим и видим, получается. Получите долю от 450 тысяч USDT, откройте Mystery Box, чтобы выиграть BTC и мерч Лала Лиги. Вот это уже интересно. Значит, во-первых, акция у нас заканчивается через 27 дней, но у нас есть определенное количество призов, и по окончанию этих призов все, в принципе, все, уже ничего не будет делать. Поэтому нужно делать как можно быстрее. Значит, мы открываем здесь и видим, что первое у нас, как обычно во всех вот этих больших конкурсах, вы знаете, таблицы лидеров, фьючерсов, но здесь киты, то бишь, ну, вы видите, там 29 миллионов объема. Я бы, ребята, даже не записывал, если бы вот именно вот это нужно было делать. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, ни я, ни вы не торгуем на такие объемы. Те люди, которые торгуют десятки, тридцатки и 50 миллионы, ну, им не интересно это все. Но хотя все равно забирают. В общем, это понятно. Но вот здесь есть другое. Вкладочка Mystery Box новая. И вот это уже прям интересно. Значит, переходим, и я вам рассказываю, что здесь нужно делать. Оставшийся Mystery Box. Всего осталось 47 250. 52 бокса. Значит, ребят, какие здесь условия? Объясняю по порядку, и потом перейдем, и я начну это выполнять, чтобы вы видели, как это делать. Значит, у нас, если вы новый, здесь важно, можно как для новых, так и для старых пользователей. Давайте для начала объясню для старых пользователей. Значит, для того, чтобы нам открыть один бокс, нам нужно сделать 10 тысяч объема на фьючерсах. Это немного, давайте будем честны, это немного, ну реально немного. Опять же, если у вас ваш баланс там $20, ну, наверное, много, а если немножко больше, то немного. Далее мы можем за 50 тысяч делаем объемы, получаем еще один бокс, 100 тысяч объема и еще один бокс. Максимум, если вы старый пользователь, мы можем получить 5 боксов. Пятый бокс, чтобы получить, нужно открутить уже полмиллиона объема. Это уже куда побольше и интереснее. Значит, это все понятно. И вот теперь, друзья, важно, смотрите, какие здесь есть призы. Я вам честно скажу, если бы тут были призы типа $2-3 там, да, или там максимум там, я не знаю, там одна эфирка, я бы тоже не записывал. Но посмотрите, какие здесь призы. Ну, вот это дерьмо, подробный статус на VIP 1 15 дней, неинтересно. Идем далее, 100 BGB, 100 USDT, 50 USDT, 20 BGB, 10 USDT, идем дальше. Набор мерча Лала Лиги, ну он, к примеру, мне нахрен тоже не всрался, для меня неинтересно. Футбольный мяч Лала Лиги, не знаю, он мне тоже не надо, я не играю в футбол, но если его можно куда-то, допустим, слить, а когда-то, я помню, от Месси типа мяч говорили очень дорого, то интересно. Игровое кресло BitGet, интересно. 0.1 биткоина, интересно, 0.1 эфира, интересно. 888 БГБ, 1 сол, 100 сую. Короче, на самом деле призы очень и очень, ну, бодрые, согласитесь. Значит, повторяю, для старых пользователей нам, чтобы открыть хотя бы одну коробку, нужно сделать 10 тысяч объема. А вот для новых пользователей, внимание, чтобы открыть одну коробку, нужно зарегистрироваться, понятно, пройти KYC и сделать 2000 объема. Вы делаете 2000 объема на фьючерсах, открываете одну коробку. И далее уже можете забрать там за 10, 50, 100, 200 и 500. То бишь, повторюсь,
Старые пользователи могут открыть максимум 5 коробок, новые пользователи могут открыть максимум 6 коробок. Призы, собственно говоря, тоже показал. Еще раз повторюсь, ребята, вот эта таблица лидеров, там где миллионы объема, ну я туда даже не лезу, я бы про это не расписывал. Не хочу никого байтить, просто на самом деле интересная промка, и 2000, и 10 тысяч объема сделать несложно. Ну давайте перейдем, и теперь я покажу. Кстати, еще один вопрос мне... Ну, нехорошо, не буду я там лукавить, не прям часто, ну, иногда пишу там и в Телеграме, и на Ютубе, типа, объясни за эти фьючерсы. Ребята, я не объясняю, чтобы мне, опять же, хейтеры не начали писать, вот, понятно, загоняешь и так далее. Но сейчас покажу вкратце. Если вам вообще интересно, и вы вот этой теме не шарите, хотя я сам мне это не особо шарю, базу знаю, этого, в принципе, мне и хватает, потому что, если вы там думаете, что есть что-то там другое, можно чертить графики. Давай, до свидания. В общем, если интересно, напишите, я запишу вообще видос, покажу вкратце, там, как с телефона или с компа торговать. Значит, открываем, открываем Mystery Box и нажимаем кнопку торговать. Я вам сейчас покажу, как сделать объем и объясню, как он вообще считается, потому что многие не понимают. Значит, переходим, открываем. Значит, смотрите, к примеру, нам нужно сделать объем $2000. Как вообще считать объем на фьючерсах? Объясняю. К примеру, у вас есть, давайте я буду говорить круглыми числами, чтобы было максимально понятно, $100. Есть $100, хорошо, давайте, значит, здесь мы выбираем лонг, к примеру, возьмем там биткоин в лонг, ну и допустим там пятое плечо, есть, нажимаем подтвердить, есть. Значит, смотрите, у меня есть $100, я вот здесь выставляю, значит, открытие сделки $100, и открываю в лонг с пятым плечом, соответственно, какой мой будет торговый объем? Сотка умножается на 5, правильно, значит, мой торговый объем при открытии сделки будет $500, верно, ну давайте нажмем, допустим, открыть. Я его открыл по рынку, понятно, значит, смотрите, вот моя позиция $454, это уже есть объем $454, комиссию из-за того, что я открыл по рынку, у меня 0.27, можно сделать меньше, там, к примеру, $0.27, при закрытии, вот если сейчас прямо нажать закрыть эту сделку, да, то бишь вот вы видите в данный момент ваш результат, профит либо минус, вот 0, плюс 0.11, давайте сейчас там плюс бакс, чтобы еще вообще в профит выйти, соответственно, при закрытии вашей сделки вы точно так же получаете $500 объема, итого чистый объем, сколько, правильно, $1000, почему при закрытии сделки, кстати, тоже мне как-то у меня спросили, почему при закрытии сделки, потому что, ребята, открытие сделки, значит, вы купили монеты, закрытие сделки, значит, вы условно продали монеты, понимаете, то бишь это вот так это и работает, соответственно, вот у меня сейчас плюс 0.3 там, да, доллара, комиссия 0.27, фактически могу выйти в 0.42, ну давай 0.5, чтобы вообще в 0 выйти, и вот итого у меня будет сколько? 1000 торгового объема, давайте закроем, чтобы там подтвердить, закрыли, есть, итого прямо сейчас я сделал 1000 объема, к примеру, хорошо, если вы не понимаете, давайте возьмем $50 и, к примеру, 10 плечо, соответственно, сколько будет у меня открытие сделки? 50 умножаем на 10, то же самое 500. При закрытии опять же 500. Итого ровно получается 1000 объема фьючерсов. Хорошо, возьмем, допустим, $30 и, допустим, третье плечо. Открываем, неважно, лонг или шорт, это абсолютно неважно. К примеру, $30 и какое я сказал там, седьмое плечо, да, третье плечо. Или $20 и третье плечо. Соответственно, я открываю на $20 с третьим плечом, открытие $60, закрытие $60. Итого чистый объем получается $120. Вот и все. Друзья, важный момент. Я все прекрасно понимаю, и я думаю, что все прекрасно понимают. Фьючерсы – это риски. Почему? Потому что, ну, это немножко лудильно, понимаете? Да и спот – это лудильно, но фьючерсы больше лудильно. Поэтому я десятку откручу точно, ну, вообще легчайше десятку, ну, мне ли будет легко открутить объемы, чтобы открыть один бокс, хотя бы один. А вдруг 0.1 биткоина выпадет? Ну, 9к баксов. Или кресло там, вот, было бы интересно, потому что у меня вот это кресло, у меня уже кот его перегрыз, погрыз вообще полностью. Ну, кстати, дерьмовое, зомби, но кресло вообще дерьмовое по итогу оказалось. В общем, ребят, что я хотел бы сказать, если вы, в принципе, не торгуете никогда фьючерсами, тогда, может быть, лучше и не лезьте. Не буду я там никого байтить, потому что, ну, это дело такое. Если торгуете, то, как по мне, для новых пользователей 2к объема сделать, ну, это изи. Для старых пользователей 10к тоже, ну, не сложно. Опять же, не финансовая рекомендация. Показал, рассказал. Я эту промку, допустим, как минимум 10к точно отработаю, и потом в Телеграм-канале
отпишу, что мне выпало. Обязательно сделаю пост, покажу. Если выпадет что-то прям нормально, то, может быть, откручу и побольше. Может, и все 500 тысяч откручу, чтобы забрать все боксы. Но вдруг что-то выпадет. Еще раз, ребят, повторюсь. Давайте вернемся сюда, покажу. Давайте, кстати, посмотрим, засчитала мне объем или она так быстро не засчитывает. Вроде как должно, ну, фактически сразу засчитывать. Сейчас посмотрим, засчитала или нет. Тен-тен-тен-тен-тен-тен. Вот он объем, $909. Ну, почти 1000 там, за, с учетом комиссии, то, что я открывал. Ну, фактически, вот я, как я вам ей сказал, 1000, то бишь, объема у меня вот есть. Здесь показывают. Нет, здесь не показывают, показывают там. В общем, 10 тысяч сделаю, открою один бокс. Когда открою один бокс, обязательно покажу. Поэтому, ребят, хотите выполнять, хотите не выполнять. Еще раз повторю, что если торгуете на какой-то другой бирже, рекомендую перейти на биржу Побегет по ссылке в описании. Бонусы, техподдержка, куча-куча плюшек. Все, ребят, всех обнял, приподнял. Всем профита, всем хороших выходных. Всем пока.